тут смотря как подать просто целевую аудиторию. Вот взять Портнягина, да? Так. За две недели невозможно нормально с человеком поговорить. Причем там было так, я ему кидаю книгу, он такой, спасибо, я ему говорю, пожалуйста, ну, себе. Начинает задавать вопрос, типа, о чем книга, читал, говорю, да, читал. Я ему аудио наговаривал, он думает, Вайду, нифига себе. Я реально с Максом сейчас общаюсь? Да, да. За день до этого, купи мой курс, купи мой курс по скидке. Как будто бы ты, короче, слепой, вот представься слепым, да? И у тебя есть собака-поводырь. То есть он настолько умный, что тебе вообще париться не надо. Купи два курса по скидке, купи три курса по скидке. У него нулевая подготовка. Типа, Макс красавчик. Макс столько всего мне полезного дает. Смотри вебинар. Ну же, не те люди, которых я там отворонил, да, там, ага, скажем. Ага. Просто нужно в меру и понимать, куда всунуть. Спасибо, что выслушал. А ты вот так вот придешь домой, начнешь маме рассказывать, они неинтересны. Ты слушаешь.